Андрей Клычков познакомился с тренерами и воспитанниками ведущей спортивной школы ЦФО «Орел Карат». Она была открыта более 20 лет назад. Большие были усилия приложены, потому что построить это здание лично учитывающим. И помогала сильно администрация дорожного района, город, область. И в 2004 году состоялось открытие этого здания. Детской юношеской спортивной школы «Орел Карат». Тут же после этого сразу стала строиться вторая точка. Теперь это настоящая кузница чемпионов. Среди воспитанников – победители Кубков мира, чемпионы Европы, победители призеры первенств и чемпионатов страны. Некоторые звезды школы уже сами стали тренерами. У каждого тренера задача, чтобы его спортсмены, его воспитанники превзошли те результаты, которых он достиг сам за свою карьеру спортивную. И только так мы стараемся, я уже как действующий полноценный тренер выкладываюсь на 100%. Только ради одной цели, чтобы мои спортсмены выросли и добились самых высоких результатов.